Продолжаем выпуск. Нарядились не на Хэллоуин. Двое молодых людей облачились в маски, чтобы не просто напугать горожан, а скрыть свои лица и ограбить магазин. Далеко невеселых петропавловцев задержали стражи порядка. Какой срок грозит подозреваемым, узнаете из сюжета, подготовленного при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. Преступление произошло около 5 часов утра. Двое вооруженных мужчин в масках ворвались в магазин на окраине рабочего поселка, обезвредили охранника и забрали все деньги из кассы. Нападавшие тут же скрылись в неизвестном направлении. Примет подозреваемых практически не было. Они действовали четко и быстро. Было ясно, ограбление спланировано заранее. Двое суток сотрудники криминальной полиции областного аппарата и городского подразделения работали над раскрытием тяжкого преступления, разбойного нападения. На первоначальном этапе были выдвинуты ряд версий, по которым проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого установлены и задержаны лица, совершившие данное преступление. Одному 24, другому 19 лет. Оба живут в Петропавловске. Раньше они не имели проблем с законом. У подозреваемых изъяли нож, перчатки, маски и пистолет. Ваши действия, он лег. Я сверху лежал, чтобы он вставал. При этом, что у вас? Были ли у вас какие-либо предметы в руках? Нож был. Оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 192 «Разбой». Грабителям грозит до 10 лет лишения свободы. Денис Сивков, при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.